Всем привет, меня зовут Марселло Леолли. Я итальянец, но сейчас временно живу в Дубае. Я пришел в проект благодаря двум моим замечательным друзьям в 2018 году и сразу же влюбился. Я присоединился к проекту на 7-м этапе и сразу же рассказал о нем своим родным и друзьям. На настоящий момент, просто оплачивая рассрочку, я смог выиграть прекрасный приз, один из первых 50 призов, получив 25% инвестиционных долей в подарок. Поэтому я бесконечно счастлив. Таким образом, мы немного экономим, а это немаловажно в наши сложные времена. С учетом всего вышесказанного, я много жду от следующих двух этапов. Надеюсь получить еще какой-то приз. Но на самом деле я надеюсь, что призов хватит на всех. Не хочу быть жадиной и выиграть все. Надеюсь, у меня есть шанс выиграть в четвертом туре лотереи потрясающий электромобиль, который я даже смогу увидеть вживую. Здравствуйте, меня зовут Ханс Зензайц. Я из Австрии. Я живу в городе Зельцбург, в прекрасном городе Моцарта. Я узнал о проекте от Solar Group в марте этого года и с тех пор инвестирую в него. И я считаю, что это действительно отличный проект. Мой пригласитель сказал мне, что я обязательно должен принять участие в этой лотерее. Поэтому сейчас я инвестировал больше, и теперь я получил 75% прибыли от своих инвестиций. Спасибо вам огромное. Поздравляю всех, кто тоже выиграл, как и я. Я надеюсь, что этот проект будет развиваться, и я уверен, что в будущем он будет очень успешным. Спасибо вам большое. Чао. Arrivederci. Приветствую всех. Меня зовут Елена Бардонес. Живу в городе Минске, столице Белоруссии. Я начала инвестировать в проект двигателей и еду иного с января 2019 года и принимаю участие во всех розыгрышах лотереи, которые проводит компания. И мне, наконец, посчастливилось стать обладателем плюс 50 долей в первом раунде последней лотереи. Благодарю всех вас за организацию и мотивацию нас, инвесторов. Я всегда буду участвовать во всех розыгрышах. Да будет так!